Ну і чого чекати від виборів майбутніх, які відбудуться вже наприкінці жовтня у Великій Британії? Хто стане, може стати новим прем'єром? Чи зміниться від того якось відносини між Великою Британією і Україною? Про все це розпитаємо Олександра Тимерка, віцепрезидента Лондонської консервативної партії. Це канцлер Інституту економічних досліджень у Лондоні. Добрий вечір. Добрий вечір. Олександре, ну звісно, хочеться почати з найцікавішої деталі оцієї всієї історії з Бориса Джонсона. Давайте не будемо відкладати. Є інформація, що він навіть перервав свій приватний відпочинок на Карибах, терміново повернувся в Лондон, аби увімкнутися в гонку. Як оцінюєте його перспективи? Я оцінюю перспективи доволі хорошо. Все-таки под руководством Бориса Джонсона мы выиграли последние выборы. Мы получили огромное мажорити. И, в общем-то, я считаю, что есть у нас очень хорошие шансы за эти два года, которые остались до следующих выборов национальных, переформатироваться, может быть, немножко откорректировать свой манифест, свою экономическую программу, социальную программу и выйти на выборы. Я считаю, что у нас достаточно хорошая команда. Да, у нас были трудности, конечно, здесь после ухода Бориса Джонсона, но это, в общем-то, трудности мирового порядка, потому что тяжелая ситуация в мировой экономике. Англия сильно интегрирована, фактически полностью интегрирована в мировую экономику, и поэтому, конечно, все проблемы мировой экономики, они отражаются и на нашей стране тоже. Раніше основні претензії від ваших політичних конкурентів, скажімо так, були саме в тому, що, можливо, занадто великою є допомога і увага Бориса Джонсона до України. Можливо, не варто аж таку надвелику суму виділяти так в допомозі України. Ну, і, зокрема, ж ми розуміємо, що Борис Джонсон одним із перших світових лідерів почав активно допомагати і санкціями запровадження, і фінансів, і тому подібне. Скажіть, будь ласка, от саме кандидатура Джонсона, наскільки є можливою як наступного прем'єр-міністра Британії? Ну, перше, я хотів відкоментувати ваше заявлення о том, що була критика со стороны наших политических оппонентов о том, что консервативная партия чересчур много выделяет ресурсов для поддержки Украины. Поверьте, я очень глубоко интегрирован в этот процесс поддержки Украины. И я вам скажу, что у нас в Великобритании на уровне правительства, на уровне парламента и оппозиции есть абсолютно полный консенсус того, что мы делаем. И никакой критики со стороны наших оппонентов в парламенте я не слышал никогда. Чудово. Была даже критика, что мы делаем недостаточно много по отдельным направлениям. Это вопрос особенно гуманитарной помощи, визовой поддержки и так далее и тому подобное. Помощи украинцам здесь, внутри Великобритании, да, но не то, что мы тратим чрезмерные средства на поддержку Украины. Здесь у нас в Великобритании полнейший консенсус. Украина – это приоритет, такой же, как и внутренняя политика. Кандидатура Джонсона. Почув, так, кандидатура Джонсона, але теперь кандидатура Джонсона. Я считаю, что, ну, это мое, наверное, субъективное мнение, потому что я вхожу в команду Бориса Джонсона давно, и я считаю его своим политическим другом, соратником, и я очень горжусь тем, что он также считает это. Моя сейчас роль как одного из членов команды, это чтобы нам сейчас надо на первом этапе собрать порядка 100 голосов депутатов для того, чтобы он мог быть в избирательном листе. Я надеюсь, что мы с этим справимся к воскресенью. И в понедельник, я надеюсь, он уже будет в избирательном листе. Еще, может быть, с одним-двумя кандидатами. Какой будет отрыв между кандидатами, сейчас вам не скажет никто, это будет спекуляция. Сколько это будет, один или два или три кандидата, тоже никто не скажет. Точно это будет два кандидата. Я думаю, это, ну, мое мнение экспертное, это будет Борис Джонсон и Риши Сунак. Возможно, кто-то еще.
И между этими двумя кандидатами будет короткая такая конкурентная, я надеюсь, товарищеская борьба, потому что будет несколько телевизионных и публичных дебатов. И 28 числа, в субботу, по-моему, мы должны будем избрать нового премьера. Это очень короткий такой вот соревновательный процесс будет между двумя кандидатами, которые будут в основном вовлечены и руководство партии, и наша депутатская консервативная группа в парламенте, и члены партии на последнім етапі. Цікава деталь, хочу відзначити, що, ну, це такий як жарт. Ріші Сунак, він по суті нічим не ризикує. Він же був міністром фінансів, головним казначеєм в кабінеті Бориса Джонсона. А тепер він ось з Ліс-Траса доволі непогано побудував свої відносини. Тобто ми тут вболіваємо в основному за Бориса Джонсона. Але питання в чому? Коли ми вас питаємо, які шанси у Бориса Джонсона, я маю на увазі, що з якою програмою він іде? Ліс-Трас всіх підкупила дуже солодкими обіцянками з приводу зниження податків. Це був, по суті, такий, знаєте, мильна бульбашка, яка, зрештою, розлякала всіх інвесторів. Гроші з Британії пішли, ось, і чи повернуться. Що пропонує зараз Борис Джонсон? Абсолютним антагоністом бути Ліс-Трас, чи що? Ні, ну, слушайте, то, що предлагала Ліс-Трас, це часть нашего консервативного манифеста. Консервативная партия всегда была за сокращение налогов, консервативная партия всегда была за упрощение бюрократических процедур, консервативная партия всегда была за то, чтобы упростить и сделать более понятный планинг, чтобы можно было развивать девелоперские проекты в Великобритании. Консервативная партия всегда была за аккуратный, сбалансированный подход к защите малоимущим людям, особенно в период кризиса и особенно в период энергетического кризиса. Возможно, есть разные подходы, как купировать энергетический кризис и социальный, и обеспечить социальную стабильность и уровень жизни людей при высокой достаточной инфляции. Тут разные есть подходы, но они все равно будут проходить на консервативных принципах. Это свобода предпринимательства, это бюджетная ответственность и это, конечно, гласное публичное обсуждение всех этих вопросов в парламенте и в обществе. Поэтому я не думаю, что Борис Джонсон внесет что-то кардинально новое. Я думаю, что это будет просто новая команда людей, которая откорректирует имеющийся курс. Давайте ще про шанси колишнього міністра фінансів Ріші Сунака, будь ласка. І так, завершуйте, якщо вас перебили. Я не можу зараз сказати, які будуть шанси, тому що я не в команді Ріші, я в команді Бориса. І тут я боюсь, що я буду, моє мнение буде немножко предвзятим. А я хочу оставатися, ну, как бы, нейтральним здесь человеком і не спекулювати, поки я не увижу, какие результаты будут в понедельник по сбору подписей и по поддержке депутатов и Бориса Джонсона, и Риши Сунака. Пане Олександре, це зрозуміло. Дозвольте ще, будь ласка, стосовно санкцій Великої Британії проти Ірану. Наскільки зараз ця тема є в обговоренні в Великій Британії? Що ви про це можете сказати? У нас тут позиція така, що, ну, необхідно усилювати санкції. Необходимо усиливать санкции не только по Ирану, а по всем странам, которые используются для обхода санкций. Это имеется в виду и Турция, и Дубай, и Иран, и если понадобится, и Казахстан, и Армения, и Грузия. Это целый ряд стран, через которые Россия обходит санкции. Санкции передвижения, санкции поставки товаров и продукции, санкции даже товаров двойного назначения. Это все на сегодняшний момент существует. Мы очень жестко, у нас позиция очень здесь жесткая, и у нас комиссия, которая работает по санкциям, она работает и в Трежури, в Министерстве финансов, и в Foreign Office, в Министерстве иностранных дел, и у нас здесь очень жесткие позиции. И у нас позиции намного, наверное, жестче, даже чем позиции Украины по этому вопросу. Мы очень будем спрашивать из Турции, и хотим спросить, и будем настаивать на этом, из Дубая, из Армении, из Грузии, из других стран, которые пытаются использовать свою территорию и какие-то преимущества, когда мы вводим санкции,
по ограничению передвижений, по отмене полетов и снятию всех рейсов, они начинают что-то здесь использовать для того, чтобы проводить людей через свою территорию, для того, чтобы поставлять запчасти через свою территорию, и при этом говорить, что а мы миротворцы, мы это делаем для того, чтобы оставаться в хороших отношениях с Россией и позволять проводить миротворческий процесс на Украине. Наша позиция – миротворческий процесс после победы Украины. Украина добьется военной победы на своей территории, выгонит российских оккупантов полностью за пределы своей границы, и тогда можно вести переговоры. Ну так ви можете назвати приклад, пане Олександре? Ну, ви сказали, що Британія може бути навіть сильнішою, радикальнішою, ніж Україна, так, в питаннях санкцій? Да, тут... абсолютно, абсолютно. Про що йде мова? Давайте, які це можуть бути санкції? Проти певних осіб, проти держави, тому що проти якоїсь однієї компанії, ну це чи я не так зрозуміла? Скажіть, які, якщо є у вас відповідь, які санкції проти Туреччини? Я можу вам сказати своє експертне мнение. Так. Я не член комісії і не член комісії Єрмака Макфола, але я знаю, як це працює. Все, і я знаю тих людей, які знаходяться і здесь, і в Європейському Союзі, і у вас на Україні, які займаються цими санкціями. Для нас, наприклад, зараз дуже багато є питань к Турції. И эти вопросы, наверное, как-то будут нашим форид-офисом в ближайшее время сформулированы. Потому что если мы все коллективно на уровне НАТО принимаем санкции в отношении России, в том числе и санкции гуманитарного характера, и характера поставки оборудования, и использования, в том числе транзита российской газа, нефти и других энергоресурсов, их должны выполнять все страны. Будет ли это санкции секторального характера, будут ли это предупредительные санкции, будут ли это санкции ограничительные в плане ограничения работы финансовых институтов с данными компаниями, это уже вопрос к комиссиям, которые вырабатывают эти санкционные меры. Но политически мы этот вопрос достаточно сейчас остро ставим. Поэтому такой же вопрос и к Дубаю. Такой же вопрос был и к Грузии, и такой же вопрос был к Армении, к Казахстану. Потому что их территории для нас как бы дружественные территории, мы с их территории, так сказать, пропускаем товары, услуги, а наши коллеги, как говорится, в этих странах, они злоупотребляют этим. Поэтому, чтобы не было этих злоупотреблений, Великобритания хочет, чтобы были равные отношения и к тем, кто находится под санкциями, и тех, кто использует некие преимущества для того, чтобы обойти санкции. Вот, ну, собственно, все. Очень интересно, дуже цікаво, як буде виглядати, коли одна країна НАТО буде накладати санкції на іншу країну НАТО. Я от про те, що ви говорите про Туреччину. Мені здається, можливо, це заява, ну, чисто якась популістська, ні? Ну, у нас з Турцією особые отношения есть. У Турции тоже страна НАТО, но у нее есть так сложные отношения с Грецией, например, да? И посмотрим, как будет развиваться там ситуация. И у нее сложные отношения с Кипром, например, да? Это страна Евросоюза. Есть рычаги, которые используются внутри НАТО, есть определенный протокол, есть дипломатический уровень, есть политический уровень, где это все обговаривается. И я надеюсь, что, в общем-то, то, что нужно довести до турецкого руководства, до него будет доведено. Пане Олександре, чи не постраждає економіка, наприклад, Великої Британії через ті санкції, які ви назвали? Економіка, соціальний рівень, ті, ну, наприклад, настрої британців, які можуть з'явитися. Як ви вже про це якось аналізували? Можливі наслідки? Коли ми говоримо, що ми за то, чтобы не покупать в России нефть и нефтепродукты. И отказываемся от этих всех контрактов. И включаем в это санкции. Какая-то страна. Мы за то, чтобы и газ не покупать в России. И для того, чтобы скорее было принято решение. Потому что нам надо обескровить российскую экономику. Не дать ей возможности финансировать войну. Мы так же, как и Украина, хотим скорее завершить эту войну. Но только мы хотим ее завершить победой Украины, победой добра. И в мире добро должно торжествовать. И появляются какие-то страны, которые в обход санкций, при молчании, в том же самом таком скромном молчании Украины, продолжают делать, покупать нефть, покупать запасные части, покупать еще какие-то продукты у России, прикрываясь своей миротворческой деятельностью. Я считаю, что это абсолютно
абсолютно неправильно. И это должно быть наказуемо. И эти страны должны понять, что миротворческая деятельность – это не зарабатывание на проблемах Украины, на проблемах Европейского Союза. Мы сами себя ограничили. И продолжаем ограничивать себя. И находим какие-то иные пути получения там ресурсов из других стран, чем, например, Польша отказалась от угля с России и покупает уголь с Латинской Америки. Вот она пошла на это. Почему Турция не идет на это дело? Поэтому, чтобы санкции работали, надо закрыть все лазейки, которых могут обходить. И комиссия Ермака должна в первую очередь заниматься в том числе и этим. Какой бы Турция другом ни казалась. Это важнейший вопрос, который должен быть рассмотрен. Лазейки все по санкциям должны быть закрыты. Давайте завтра. Вот это важный, эти вопросы, которые должны решаться на политическом уровне, на высоком политическом уровне. И здесь Украина должна сама быть одним из тех лидеров, как она активно работает по индивидуальным санкциям, секторальным санкциям и другим санкциям. Также и страновым санкциям тоже здесь Украина должна себя активно проявлять, и мы ее всегда в этом плане поддерживаем. И поддерживаем. Тема з підтримки Британії України в плані от постачання, продовження постачання зброї. Враховуючи те, що зараз дуже багато пишуть британських видань авторитетних про те, що діяльність Ліз Трас дуже дорого обійшлася економіці Великої Британії. Чи не вийде так, що будуть накладені певні обмеження на фінансування цієї всієї роботи? Нет, у нас в бюджете страны аллокированы деньги на поддержку Украины, на военную поддержку и на гуманитарную поддержку и на экономическую поддержку. И все то, что аллокировано в бюджете, будет свято выполнено. Поэтому я не думаю, что будут какие-то сокращения финансирования, поставок вооружений и так далее. Вы знаете, что министр обороны наш Бен Уоллес – это большой друг и Украины, и человек, который отвечает за это направление, и он сделает все для того, чтобы все, что зависит от Великобритании, помощи для Украины, было выполнено. Я в это верю. Если Борис Джонсон, я тоже в это верю, что он будет следующим премьер-министром у нас, я думаю, что для Украины это тоже будет очень хорошо. Это человек с огромной энергией, который будет не только свою энергию использовать для того, чтобы Великобритания поставляла, но и для того, чтобы, так сказать, будоражить большую семерку, большую двадцатку, для того, чтобы будоражить мировое сообщество и стимулировать больше и больше, больше выделять Украине. Потому что война на Украине для нас, вот здесь, с этой территории, с Великобританией, с территории Европы, это один из факторов экономического кризиса. И чтобы нам разрешить этот кризис быстрее, а мы его хотим разрешить, для этого надо быстрее закончить войну. Чтобы быстрее закончить войну, надо помочь Украине победить Россию, изгнать российскую армию со своей территории. И дальше уже садиться заниматься мирными переговорами, восстановлением Украины. Это тоже большой драйвер для мировой экономики будет, потому что в экономике, на рынке много накопилось денег, вы знаете, большая ликвидность, ее надо куда-то вкладывать. И если начнут вкладывать государства в восстановление Украины, то частный сектор потянется следом за этим, и Украина будет новым драйвером для восстановления экономики. Поэтому сейчас эта война есть тормоз, но завтра, если мы победим совместно, Украина будет драйвером для того восстановления своей экономики и мировой экономики, который задуман. Поэтому сейчас нам нужно единство. Нам надо вместе бороться и понимать одно, что никаких договоренностей, никаких друзей за счет союзников не бывает. А вот если ты друг, вот честно, помоги стране победить Россию. Да, у тебя будут какие-то сложности, да, у тебя будут это самое, но мы получим гораздо больше. Гораздо больше мы получим преимуществ, если Украина будет свободной, будет членом Европейского Союза, будет членом НАТО и будет очень-очень значительным и важным членом цивилизованного сообщества.
Остання тогда заява... и, в общем-то, многие другие вещи решаться, будут решаться гораздо проще. Пусть Россия живет своей жизнью. Остання заява міністра оборони Британії Бена Уоллеса. Він сказав про підготовку нового пакету допомоги, про що ви, пане Олександре, згадали. Військової допомоги для України. Про що йде мова? 25 тисяч комплектів зимової форми для Збройних сил України. Ну і щодо техніки, це була заява 13 жовтня про те, що Британія передасть Україні ракети середньої дальності «Амрам» для зенітних американських ракетних комплексів, ну і також сотні додаткових зенітних ракет інших типів безпілотників та 18 габичних артилерійських гармат. Це слова міністра оборони. І, пане Олександре, от хто приймає, рішення, що саме буде поставлено, на що підуть ці гроші? От 25 тисяч комплектів, наприклад, або та кількість установок, які є. За ким останнє слово в Британії? Хто визначає, скільки чого буде поставлено, і про гроші також тут йде мова? Это решение госсекретаря Бена Уоллеса. Это координация между военным департаментом Великобритании и военным департаментом Украины. Это координация между военными. Вы еще упустили очень большое расширение работы инструкторов по подготовке личного состава украинской армии. Эта работа будет расширена. Она сейчас очень неплохо ведется в Великобритании, но она будет расширяться дальше на британских полигонах и так далее и тому подобное. Это поставка запасных частей, это выполнение ремонтных работ нашей техники, которую мы поставили. Там много чего еще есть, что вы не назвали. Я уверен, что это все будет выполнено и в этом году, и в начале следующего года. Поэтому я считаю, что одна из наших основных задач вот, Европы – это поставлять как можно быстрее и больше вооружений, запасных частей к ним и боеприпасов, и дать возможность в Америке заработать ленд-лизу на полную мощность, чтобы уже Украина имела бесперебойный цикл поставки, замены и обновления вооружений. Сподіваємося, так и буде. Что? Сподіваємося, да, так да, і буде. Да, конечно, это безусловно. Пане Олександре, спасибі, що ви доєдналися. Спасибі за коментарі. Дякуємо, дякуємо дуже. Олександр Тимарко, віце-президент Лондонської консервативної партії, канцлер Інституту економічних досліджень у Лондоні, був з нами на прямому зв'язку.